Это 10 новых тренажеров. Их установили на улице Вишневая, на детской площадке в ТОСе Алапаевске. Подобного спортивного комплекса на руднике имени 3-го интернационала нет, заверяют жители. А он им необходим. На территории ТОСа проживает 220 взрослых и более 50 детей. В частном секторе всегда это бич того, что детям некуда себя деть, и удаленно от города и от каких-то секций. Теперь у нас уже дети не такие бесхозные. Родители знают, где их искать, вот, и сами приходят. А теперь еще в этом году мы выиграли грант Евраза и получили 390 тысяч и установили вот эти вот замечательные тренажеры. Уличные тренажеры для всех групп мышц появились в рамках проекта «Спортивная площадка. Мечта моего детства». Средства выделены по результатам грантового конкурса социальных проектов «Евраз. Город друзей. Город идей». Помимо нового комплекса, здесь установлены различные турники, лазалки, лабиринты и рукоходы. На спортивном оборудовании занимаются и взрослые, и дети. Они каждый день приходят. Сын старший, он тут занимается, начинал заниматься здесь. Сейчас он участвует в общероссийских соревнованиях. Друзей сюда своих со школы приводит, всех, кто даже вот никогда не занимался ни на тренажерах, нигде, с удовольствием здесь тренируется. Для старшего поколения новые тренажеры тоже актуальны. Жители активно занимаются спортом, в частности, скандинавской ходьбой. Ходили мы километров по 5. Каждый день, в любую погоду, и в холод, и в дождь, и в мороз. А сейчас вот вышел из дома и занимаешься. ТОС Алапаевский был создан в 2010 году. Помимо нового спортивного оборудования, здесь есть гимнастический комплекс, установлены скамейки и качели, а также установлены футбольные ворота и баскетбольные кольца. На клумбах высажены цветы. Сейчас в планах жителей оборудовать корт для занятий на роликах и скейтах. Анна Кизилова, Евгений Ренев, Егор Игошин. Новости Тагил ТВ.